В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Нового губернатора в сентябре выбирать не будем. Разговоры о том, что Никиту Белых снимут с поста, начались сразу после того, как его задержали в Москве почти месяц назад. Все это время президент хранит молчание. Между тем, срок назначения досрочных выборов истек сегодня, ровно в 00:00. С официальным заявлением выступил председатель регионального избиркома Владимир Моторин. Он отметил, что сегодня информации о назначении выборов губернатора избирательной комиссии Кировской области нет. 18 сентября 2016 года в единый день голосования на территории Кировской области состоятся выборы депутатов Госдумы, выборы депутатов Законодательного собрания области, выборы в органы местного самоуправления, а также референдумы по самообложению граждан. Сегодня редакция Первого городского канала начала составлять письмо действующему губернатору Никите Белых. В официальной группе ВКонтакте можно оставить свое послание или задать вопрос Никите Юрьевичу. Комментарии будут прикреплены к тексту. Письмо в СИЗО Лефортово на имя Никиты Белых мы отправим в эту среду.